во время которых есть возможность представить свое понимание и город владения боевыми генералу Якиму Вячеславу Николаевичу. Я думаю, что 1 февраля наша федерация будет ровно год, как мы открылись, и за этот год мы уже провели 2 крупных турнира, 2 семинара, включая это, и 2 выезда в Тюмень. У нас очень хороший результат, и мы будем двигаться дальше. То есть вид спорта новый, мы идем все выше и выше. Спасибо. Дома за здоровье.
Би-би-би. Стоянно, би. Хорошо!